da lógica crítica. Это птица, которая маленькая. Коричневая. Они строят домики себе из земли. Воробей – это такая птичка. Воробей – это самолетатель. Такие животные, которые прыгают. Кенгуру, сумка. Носит она там своего детеныша. И прыгает вместе с ним высоко-высоко. Оно прыгает в пустыне. У него есть кармашек, а там ребеночек. Да, небольшие и маленькие бывают. На сафари. Кенгуру может носить кенгурушку. Тут карманчики. Кенгуру умеет прыгать. Кенгуру надо сумка, чтобы носить кенгурушу. Окей. Это такая маленькая насекомая, которая летает. Это такое маленькое насекомое, которое есть крылышки. И оно летает. Она маленькая. Еще у нее крылья такие красненькие. А там точки черненькие. Черные и красные. Я их в школе люблю догонять. Я их хотела словить. Еще они ползали по руке. Они возле дома на сахаре, я там знаю. У Димы тут. Там еще есть такие, под землей они. Они могут возле дома жить даже. Возле коровка идти на небо. Там твои детки кушают котлетки. Все по одной, а тебе ни одной. Окей. Это насекомые. Майские жуки. Коричневые. У них есть усики. Жук-носорог. У него есть рога. Такие тоже насекомые. Жуки бывают разные, большие и маленькие. Они только могут быть черные. Они даже могут дома жить. Да, ну у нас были, но теперь мы прогнали всех. Жуки общаются, они жужжат. Потому что они любят жужжать. Жужжки так общаются. Ну, они так разговаривают. Я когда иду в ванну или писать, или мыть, когда иду писать, я сразу уезжаю и сразу побегаю в комнату бабушке говорить, а она идет раз и все, и бьет своего. А готовы сы собирать молоко, чтобы потом можно было перекусить. Чтобы нюхать какие-то запахи. Коту нужны усы просто для красоты. Просто усы. Не, у меня нет кота. Только я видел, там видел, я только его любил. Ну, возле нашего, там на 6-м этаже я видел котика такого. Я с ним был долго, а бабушка тут, ну, он и сломался холодильник. А я с ним, а ну потом я уже зашел с ним. Мне его понравился. Я же люблю котиков. Я люблю котенков. Лайки. Мы с ним играем. Котенок. Кошка. Жужа. Белая. У нее хвостик серый. Скорпион. Жалоб. Чтобы защищаться. Чтобы его не трогали. У меня знак зодиака Скорпион.